Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников-скульпторов Пьер Бонтан. Французский скульптор, известный своими надгробными памятниками. Он был вместе с Жерменом Пилоном одним из выдающихся скульпторов французского возрождения. Родился в 1505 году, данных практически никаких нет, вот что не удалось узнать в интернете. Выполнил большинство барельефов на гробнице короля Франциска I Французского, изображающих победы французов в битве при Марианино и битве при Чизоле. Ему также принадлежат статуи короля, королевы Клод, Дофина, Людовика XII и Анны Бретонской на могиле Людовика в базилике Сен-Дени. Фигура с могилы Шарля де Миньи сейчас находится в Лувре. В 1936 году на распродаже имущества из замка Монш-Юмер была выставлена мраморная гробница в полный рост, которая использовалась в качестве садового украшения. Первоначально считалось, что она принадлежала Луи, герцогу Юмьер. Но на самом деле это была гробница Жана III, выполнена Бонтаном. Она также находится в Лувре. Ну вот так вкратце о французском скульпторе, который известен своими надгробными памятниками, Пьере Бонтан. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.